Беньямин Нетаньяху поздравил сегодня по телефону Владимира Путина с 67-летием. Премьер заявил, что также обсудил с президентом России важные вопросы, касающиеся национальной безопасности Израиля. О том, что отношения между еврейским государством и Российской Федерацией в последнее время значительно потеплели, свидетельствует и сегодняшняя встреча российских и израильских представителей в Сергиевском подворье в Иерусалиме, рассказывает Юлия Панич. Основная задача имперского православного палестинского общества, которое, кстати, не является ни политическим, ни религиозным сообществом, это содействие паломничеству россиян на Святую Землю и сохранением российского духовного наследия на территории Израиля. Не зная друг друга, мы много чего сделали совместно, потому что на территории Сергиевского подворья прошло около 40 культурных мероприятий. И в частности, несколько мероприятий, которые проводила здесь и город, и городские службы. Мы всегда идем навстречу и бесплатно предоставляем нашу территорию для проведения различных событий, которые проводит город. Кроме того, множество коллективов музыкальных, художников Иерусалима и Израиля в целом проводят свою выставочную деятельность. Да и просто иерусалимские семьи, сегодня у нас свадьба, например, вечером, уже не первая по счету, потому что подворье, оно абсолютно открыто для всех желающих, вне зависимости ни от религии, ни от национальности. Поэтому это просто такое прекрасное место, где люди смогут пообщаться, немножко забыть о политике. Я вижу в отношениях между Израилем и Россией большой плюс. Это те вещи, которые останутся с нами навсегда. В Иерусалиме существует самая большая русскоязычная библиотека после московской. Так вас утверждают хозяева, руководители этой библиотеки, да. Мы недавно, буквально недавно, мэр города был на открытии этой библиотеки, то есть мы поменяли помещение, переехали в более удачное, более большое, и там было открытие. Я вижу связь между не Россией и Израилем, я вижу связь между людьми, между нашими отношениями, и они возможны. Мы сейчас находимся в месте, которое является неотъемлемой частью культурной жизни Иерусалима. Здесь проходит действительно, вот как сказал Игорь Рухович, очень много культурных мероприятий, выставок. Совсем недавно здесь пришла потрясающая международная авторская выставка авторской куклы. Я принимала в ней непосредственную участие. Здесь проходят концерты, здесь проходят фестивали. Мы очень хотим, муниципалитет Иерусалима очень хочет сотрудничать с этим местом непосредственно и со всеми, и участвовать во всех мероприятиях, которые делает Российская Федерация на территории Иерусалима. Палестинскому обществу в нынешнем году исполнилось 135 лет. Однако связь с Израилем после столетнего перерыва была восстановлена лишь 3 года назад. И теперь она будет лишь укрепляться и развиваться, уверены представители мэрии Иерусалима. А жители и гости города еще не раз посетят выставки и концерты на территории Сергиевского подворья. Юлия Панич, Дмитрий Кантор, 9 канал.